это видеоблог есть еще. Во всех блогах с тобой есть коронное вступление от тебя. Хорошо, давай. Конфеты и детский труд. Все перетрут. Подготавливаю скейт-парк для того, чтобы Максим покатался. Я поснимал. Вот. Лайк, подписка, комментарий. Нет. Ну, можно, да. Ну, смысл какой? Можно подписаться. Можно отписаться. На Ютубе новая функция. Нажми на лайк 4 раза и увидишь, что произойдет. Я бы нажимал. Че? Я нажимал. Нажимал и че? Нет, ты не нажимал, не узнаешь. Да? Блин, я здесь что-то столько прикольных трючков делал. Сейчас я... Надо сообразить, что можно на камеру сделать. Я с фуджем вип просто не могу сделать. С первого раза. Сейчас, погоди. Сейчас, еще что-нибудь клевое. Давай я попробую... три трюка, которые я не сделаю, сейчас я объявлю. Даблпек вот по перилке, потом ванэти на халфкап через гроб. Ой, ой. И в конце фаджем вип. Сделаю последний тут. Ну, так все, конечно. Первая попытка была неплохая. Ее и оставим. Я попробую еще разочек. Нет? Да блять! Не сильно было лучше. Посмотрим потом. Какая была хуже. Да, прижмите. Ладно, хорош. Вот и посмеялись. Сейчас поснимаем Максима. Максим будет делать трюки. Всем привет, я Макс Любой, и это видеоблог. Форспин, сразу. Тилвип. Да я без защиты куда, ёбать, разогнал. Какой трюк будешь делать? Давай тоже, как ты, три. Три трюка. И три у ебанских все будет, да? Да. Давай. Дабл тейк вниз, алкап через гроб. И финджи вип. Давай. Нормально придумал? Угу. Блядь. Что-то пиздато получится, наверное. Я даже не понял, что хотел сделать. Короче, отсюда... Отсюда выпрыгнуть. И ванэти вот сюда. Давай. А как мне получилось в предыдущий раз? Вроде неплохо. Ты 90 тэп сделал. Ну, но я... мог бы поджать просто. У тебя скорость поменьше была. Давай... чтобы линия была, даблу вниз и обратно сделаешь. А что я должен сделать? Из фейки выйти, чувак. Да ёб... Может быть, бар какой-нибудь надо сделать. Давай с баром. Это было максимально мерзко. Ну, хуже уже не будет. Что, теперь фуджем вип? И бац, 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 бац. Ну, как иначе? Все, ты в Казани покатался, теперь только на физе можешь участвовать, ты в таких парах уже не можешь кататься. У тебя, типа, выбор был, там, две профы, разведение, вот этих скиллов. Ты, короче, выбрал ту, у тебя это закрылось все.
А я на долю секунды подумал, что сейчас получится, типа, еще круче сделать, чем планировалось. Ненавижу фейки, блядь. Кто придумал это зло? Почему нельзя просто прыгать по прямой? Вот так вот, фанбокс. Лай. Зачем фейки? Кто придумал? Все, зачтем? Тот? Да не. Ща. А там просто надо... Просто надо... Сделать. Просто. Бац-б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 ац. А всего-то стоило взять и сделать. У нас с Антоном была рубрика «Трюки, которые заказал бы Максим, если бы играл здесь с нами в байк». Вот один из этих трюков сейчас я Максиму закажу. Какой трюк? Манал. Манал? Теперь второй трюк. Вот сюда запрыгнуть, ванейти и с нее ванейти. Бля, у меня шатунок скрутился. Да? А тебе сейчас грани? Нет. А нет, есть. Говорил я в одном видео, что поменяю свое перешитое седло. Что есть у меня новые. Да, блин. Поменял. Ты знаешь, что хочу сделать, пока дождик не начался? Хочу апрел вверх. Давай. Побольшой? Побольшой. Конечно, жизнь. Наверх. Че, че там, какой был заказ? Rail Ride. Вон по той штучке. Что? Не. Она маленькая. Может, Банни Вип? С нее давай. С Rail Ride? Да. Бля, я не сделал Rail Ride. Ну давай, у тебя 14 попыток. Сколько? Давай 3. 4. А как запрыгивать? С боку или по прямой? Не, по прямой? Как хочешь. Главное на Вип или на бар. Какой, блядь, Вип-бар? Блин, я страха, по-моему, не снял даже толком. У тебя кроволол есть? Есть. Как без палы ездят, я вообще не понимаю. Это самый страшный трюк, который я когда-либо, типа, пробовал. Какой животный ужас перед рейлрайдом. Я прям... Я очень страшно. Страшно и поехать, когда ты уже встал. Страшно и не попасть. Я не знаю. Хотя тут высота-то вообще прям. Ебать, я умею, чё. Если бы не дождь, сделал бы на вид. Ладно, не так старшим чертиком малюют. Типа, ну, спустя там, уже... Мне все равно очень страшно. Просто уже как-то привыкаешь, но очень страшно. Че, на этом все? Ты знаешь, что сделать? Лайк, подписка, коммент. Пока. Что делаете? Да, подписывайтесь. Это мой канал? Да. Не классный канал? Да. Ты опять. Все, ты будешь в выпуске. Я тоже подпишусь. Да, тоже. Все подписались. Я проверю. Смотрите у меня.